Приветствую вас, мои дорогие. И сегодня я начинаю цикл лекций про рафию. Вот у меня в руках рафия. Она обычно продается вот так вот в целлофановой упаковочке. И вот здесь вот открепляется и разматывается. Но сейчас я немножечко коротко расскажу о том, как производится рафия. На самом деле слово рафия произошло от дерева, которое растет на Мадагаскаре, и длина листьев рафии достигает до 20 метров. И вам сразу представляется, что вот бедные мадагаскарцы собирают эти листы рафии, потом их перерабатывают и превращают их вот это. Но на самом деле это совсем не так. Натуральной рафии сейчас в продаже вы не найдете, она безумно дорогая. Поэтому вот эта вот рафия делается из переработанных пальмовых листьев с добавлением целлюлозы на китайских фабриках, но она экологичная.